Книга «Открытым оком», том 1, тема крещения, вопрос 77. Вы говорите, что к крещению надо готовиться. А как же крестить младенцев? Они же ничего не понимают. И, возможно, из них впоследствии могут быть и убийцы, и табакуры, и так далее. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Прямого указания на крещение детей в Библии нет. И этот вопрос поднимался в церкви православной не раз. И толковался по-разному. Считалось, что грехи, соделанные после крещения, не прощаются. И поэтому крещение отлагалось почти до смертного часа, как было у Константина Великого. Крестить детей – это другая крайность, в которой зла может быть больше, чем во всех остальных нарушениях и искажениях вместе взятых. В православной церкви самое больное место – неправильный вход в церковь. При том положении, как это устроилось на сегодня, когда неверующие приносят детей и им мокрой ладонью проводят по голове и объявляют его крещенным, есть страшные обманы, гибель крестящего – и крещаемого. Эту порочную практику нужно прекратить повсеместно и немедленно. Каждый человек должен добровольно, в трезвой памяти и сознательном возрасте принести покаяние, уверовать в Христа, принять его в свое сердце как личный его спасителя и в крещении отречься от всех дел сатаны и умереть для прежней жизни, трижды скрываясь полностью в воде, будучи крещен руками законно рукоположенного священника, незапрещенного за грехи.